Ребяточки, с нами снова Monster Legends, снова этот скелетик, самурай, зомби-самурай, или кто он у нас там. Мы сражались с ним уже дважды. Один раз я его побеждал с помощью... А, кого же там с помощью? С помощью Барбадоса, второй раз, точнее, второй раз с помощью Барбадоса, первый раз с помощью Люкс Ауры, что-то вроде такого. Эгг Итер был в обоих боях. Так, ну, в общем-то, не знаю, как его сходить. Они, кстати, очень медленные, то есть в этом есть прикол. Давайте попробуем вот таким вот демагеровским набором сходить, конечно. Но я думаю, нам тут сейчас люлей надают. Потому что нужно, конечно, иметь кого-то, кто выключит всех одновременно. То есть Кавен Фишер или Тетис, ну, кто-то должен быть. Все равно они выживают, как видите. Ну подожди, кровотечение должно быть. Промах! Все, Барбадос вылетел. Да. Немножко не повезло нам, да? Не добили мы. Кровотечение. Барбадос сплошил. Сплошил, короче. Ну, здесь можно, в принципе, выходить. Можно делаем новую попытку. Делаем попытку номер 2. Тогда делаем так. Давайте возьмем в качестве демагера оставим, наверное, Люксауру. Возьмем, где тут мой Кавен Фиш. Будет всех парализовать. Так, кого еще взять хочется? Тетис можно брать, конечно же. Ну, а вообще-то можно взять. Попробуем, давайте. Таким набором. Попробуем так сходить. Главный наш герой к заморозке, конечно же, не чувствителен. Так, ну, кровотечение, это будет им на пользу. Да, если бы еще их поджечь, было бы вообще шикарно. Блин, промах. Непорядок. Бьет он очень больно, раздается им кровотечение. Наш самурай. Нет, какой-то слабенький у нас набор, ребята, получается. Тут нужно и поджигать. Нужно и поджигать. У него, кстати, по-моему, глюк какой-то с полоской. У него жизни на самом деле меньше, чем есть на самом деле. Давайте утечку еще всем сделаем. Сила, меткость. Неплохой. Мне нравится Фенрир. Заморозка сработала, кстати, на этих двух ребят. То есть один уже из них покойник. А вот самый главный самурай сейчас нам будет раздавать. Может, заморозим его. Ну, снижение урона. Тоже хорошо. Кровотечение пока что у них есть. Тройной урон. Ну, ладно. Надеюсь, он выживет. Не думаю, что мы таким набором дойдем далеко. Наш самурай просто зарубит всех. У нас без лекаря. Хотя Алексаура может подхилять, если суперка получится. Ну, шанс. Ух. Все, кранты. Нет, еще живем, но недолго. Недолго нам жить осталось.
Люк Саура, надежда только на тебя, на твою суперку. Не доживем. Не успеет он истечь кровью. Ну, промах, промах, это круто. Он немножко косой и достаточно медленный, конечно. Но кровотечение... Люксаура, давай, прошу тебя, вылечи всех. Так. 22 тысячи, это такой тройной урон. Да. 22 тысячи. Да, ради такого не стоило даже мараться. Не обратил внимания, сколько там Люксаура жизни потеряла. Наверное, не доживет она до следующего хода. Нет, доживет даже, может, до следующего хода. Если повезет. Ой, это просто точность. А, ну энергию еще отхиляла. Кровотечение. Главное, что нужно давать. Через 4 хода ему будет каюк. Ну, не 4, через 5. Если он суперку сейчас какую-то не замочит, так замедлили его. О, у нас уже закончилась эта ерундень. Ну ничего, мы идем к победе, ребята. Кое-как, но идем. Кошмары на него не работают. То есть на чудовище из мрака еще кошмары, чтобы работали. Так, никакого паралича. А может, стоило вообще пропустить ход? Мы его бьем, что не бьем. Он, конечно, кровотечение... Блин, кровотечение на нем закончилось, представляете себе? Мне нужно, чтобы он ходил. С кровотечением только. Так, промазал, хорошо. Промазал. А то я его буду добивать очень долго. Так, у него жизни уже по нулям. Давайте будем восстанавливать. Кровотечение. На. Родное, давай, давай, давай. Люксаура, ты, может, уже подлечишь нас всех? Сколько уже ударов? Шанс 5%. Это значит, 20, на 20 удар уже должно быть. А чё это он ходит вдруг два раза подряд? Вот, представляете себе? Как пришла кончина нам. Жесть. Оставался ему один удар. Ну что, ребятки, мы хорошо шли, но немножко не дошли. Так. Ну, значит, нам нужно менять. Нужно менять. И фитоняшка нас не подлечила. Не подлечила. Какой еще бы нам троице сходить? Кровотечение. Ну, горение. Нужно горение. Горение. Горение может дать нам змея.
Давай все-таки пробуем с Фенриром еще сходить. Может быть, кстати, яд? Ну, давайте так. Если что, потом возьмем Палакса. Так. Поджигаем, да, все правильно. То есть нет смысла давать на них ошарашивание, если не сработал, если сработало уже оглушение. То есть одержимость нет смысла накладывать, это просто потеря будет. Так, это, конечно, плохо, но хорошо, что без кровотечения. Они и горят, они и кровоточат, чего только нет, яда им только не хватает. Так, заморожены. Яд главному. И избавим его немножко от излишков энергии. И кошмарчики всем. Он еще получает гармонию от слабых ударов. Сколько всяких бафов на них лежат просто. Пока не проклацает, пройдет минута. Горение минус 10 тысяч снимает. Блин. Жаль, что не горит наш главный самурай. Ну, иначе было бы, конечно, легко. Это плохо. Очень плохо. Ну, нет смысла даже одержимость накладывать. Потому что они и так сгорят. А Эгитор дальше не проживет. Опять у нас получилась лажа. Прощай, Эгитор. Мечи у них красивые какие. Не мог ты раньше это сделать? Так, минус один, минус второй. Сейчас кровотечение нужно раздать. Так, пишем, пропускаем. Здесь обязательно вот так. Но яд уже закончился, блин. Рано Эгитор ушел от нас. Немножко еще заберем энергии. Так, нет, не стоит. Не стоит этого делать. Ну, атакуй давай. 140 тысяч за один ход он теряет. А, там яд был, его просто значок не помещается уже. Но он все равно закончится не на этом, так на следующем ходе. Сила нам не важна. Нам главное паралич, чтобы на тебя сработал. Еще заберем энергии 120. Так, так и так. Ну, особо, конечно, ему-то и мало осталось, с одной стороны.
будем подливать масло в огонь, да, вот есть яды, есть кровотечение, он сейчас потеряет практически всю жизнь. Ну, то есть мы тут уже... Блин, он может убить нас за один удар. Так, яд закончился, блин. Промах. Ай-яй, ну как же не везет. Но энергию я у него заберу. Ну все, ему кранты. Мы победили. У него остается всего лишь 19 тысяч. Забодали его, ребятки. Та-дам! Ну, в общем-то, несложный соперник. Конечно, можно подобрать к нему ключик. Мы уже сделали это 3 раза. Та-дам! Ну, в общем-то, все повыполнял. Смотрите, как сколько много было. Ну, остается нам вот здесь и вот здесь повоевать. В общем, ребятки, всем пока!